В Северной Осетии продолжается вакцинация от коронавируса. По словам врачей, граждане стали прививаться охотнее. Пункты вакцинации есть как в Владикавказе, так и во всех районах республики. Получить прививку можно, записавшись через портал госуслуги либо в регистратуре медучреждений. Марина Караева продолжит. В первые сутки может быть общее недомогание, головная боль, может быть местная реакция здесь. Такую памятку получает каждый пациент, который сделал прививку от коронавирусной инфекции. В ней расписаны не только возможные реакции на прививку, но и рекомендации после вакцинации. К примеру, необходимо отказаться от алкоголя, избегать физических нагрузок и стресса. 82-летний Геннадий Румянцев получил пока первый компонент вакцины. После укола чувствует себя хорошо, отмечает, что важно защитить себя и своих близких. Все живы, здоровы. И я хочу тоже пожить еще, провакцинироваться и буду жить уверенно. По словам врачей первой поликлиники Владикавказа, граждане прививаются охотно. В день, к слову, на вакцинацию приходит более 30 человек. Среди них не только люди старше 65 лет, но и молодежь. Я решила сделать вакцинацию, потому что, во-первых, я беспокоюсь о своем здоровье, а во-вторых, о здоровье своих близких. Потому что, как бы, одно дело молодой организм, который переносит эту болезнь, чаще всего легко. А с другой стороны, мои бабушки и дедушки, которые, как бы, возможно, которые живут со мной. Медики отмечают, что в республике случаев заражения COVID-19 становится меньше. Во многом это благодаря массовой вакцинации, которая позволит выработать коллективный иммунитет. В нашей республике, как и в целом по стране, тенденция идет к снижению заболеваемости. Но остаются пациенты, нуждающиеся в нашем лечении, наблюдении на амбулаторном этапе лечения. Значит, всем необходимым поликлиника обеспечена, согласно 10-й версии рекомендации лечения и ведения пациентов COVID-19. Посещение пациентов осуществляется на дому. Забор материала, биоматериала крови и мазочка – все это производится на дому у пациентов. Врачи призывают население прививаться от коронавируса. В медучреждениях есть для этого все необходимое. Запас вакцины постоянно пополняется. К примеру, сегодня в поликлинику поступила новая партия гамковидвак. Всего 1000 доз. Марина Караева, Александр Каджаев. Новости Осетии.